Не знаю, находимся на острове Гоза, здесь прямо на автобусной остановке. Такие висят эти объявления рекламные, менюшки, фри меню. Сейчас посмотрим, что тут такое. Ну, вот и цены даже есть. Вот такие вот, а вот, допустим, пицца, 4,30 евро, 5,30, 5,50, 6, примерно 5-6 евро стоит пицца у нас. Так, тост, чипсы стоят по рубль 60, салат, 5,50, багеты, бургеры, хот-дог рубль 80, евро 80 стоит, чай 1 евро. Кофе 1 евро. Big Water. Большая вода 1 евро. Такие вот интересные. Вот по этому адресу прямо на автобусной остановке. Кроме этого, здесь еще есть какие-то разные экскурсии предлагаются. Вот. Такие вот здесь дела.